Продолжаем знакомиться с интересными рецептами консервации сезонных овощей. Сегодня будем делать заготовку цветной капусты. Рецепт очень интересный, и если вы его попробуете, то зимой будете в восторге от необычного вкуса простой цветной капусты. Итак, нам понадобится примерно 1,5 килограмма цветной капусты. Для маринада на 300 мл воды понадобится по 1 столовой ложке соли и сахара, 3 ложки 6% уксуса, можно использовать простой, можно яблочный, примерно 20 граммов куркумы и небольшая свекла. Для декора возьмите 1 сладкий перец любого цвета, 1 морковь, пучок любой зелени, чеснок из расчета 2 зубчика на банку, лавровый лист, черный и душистый горошек. Заранее стерилизуем банки и крышки и приступаем к заготовке. Разделяем капусту на соцветия и опускаем их в банку вместе с листочками. Если соцветия очень большие, можно их разрезать пополам. Берем зелень, в нашем случае это петрушка, и также укладываем в банку. Она придаст засолке необычный аромат и цвет. Нарезаем кольцами морковь и складываем в банку. Туда же добавляем пару зубчиков чеснока, несколько пластинок сладкого перца. Периодически прижимаем содержимое банки и продолжаем укладывать капусту, листья, морковь. В каждую банку добавляем примерно по 10 горошин черного перца и пару горошин душистого. Для того, чтобы у нашей зимней заготовки был яркий желтый цвет, кладем в банку 0,5 грамма куркумы и накрываем крышкой. Также начинаем заполнять следующую банку. И этой засолке придадим другой цвет. Вместе с капустой кладем в банку 2-3 кружочка свеклы. Далее все банки заливаем кипятком. Буквально на глазах консервация будет приобретать цвет. Через 15 минут сливаем воду из банок в 2 кастрюли. С куркумой в 1 кастрюлю, со свеклой в другую. Сливая воду, сразу подсчитайте, сколько миллилитров получилось. Затем начинаем готовить 2 маринада. На 300 мл жидкости кладем 20 граммов сахара, 20 граммов соли, ставим на плиту и когда закипит, добавляем 3 ложки уксуса. Сразу же снимаем с плиты, заливаем капусту по цветам. Затем закатываем банки, переворачиваем, накрываем одеялом и оставляем на ночь. А утром ставим банки в шкаф, так они будут храниться до зимы. Представьте, как холодным зимним вечером вы достанете эту заготовку и разложите по тарелкам. Вас ждут воспоминания о лете и непередаваемые вкус цветной капусты.